아주 이제 멋있게 생겼습니다. 내일 우리 중요한 회담들, 그다음에 행사들 다 이공원에서 하게 됩니다. 자기 나라 자기 나라 자기 집처럼 편할 수는 없겠지만 이게도 이 대통령을 위한 공간이니까 집처럼 생각하고 편히 휴식하시기 바랍니다. Конечно, у себя как дома или в России не может быть, но все же я думаю, что это ваше помещение, ваше пространство. Да, не вам всегда. Не пикайся большое за гостеприимство и за то, что вы на его время. Сейчас работали, никто не нужно ехать. Очень хорошо. А теперь я не дам.